У вас есть художник, пусть нарисует, как их правительство в Польшу текает с мешками грошей, и как их солдаты грабят людей и ходят с мешками ночью, чтобы никто не видел. Такой позор Украине. Я видел, как идут их солдаты, 30 человек мимо окна, оружие наперевес, сумки и мешки на плечах. У кого вы воровали, у кого вы грабили, кого? Они грабили, они тут 8 лет жили, с 14 года. Вот тут у нас в том подъезде жил на втором этаже украинский военный. Вы бы видели, сколько он машин пригонял. Пригонят, 3 дня постоит, нету. Пригонят, 3 дня постоит, нету. Куда он их девал? Грабили, конечно, грабили. А вот там вот на Марьяновке парень, он там держал хозяйство. А жил тут, в Волновахе. А там домик купил и там держал хозяйство. Там у него были коровы, бычки и свиньи. Приходит, а там уже хозяева. Ходят украинских. Автоматами выбивали, стекла разбивали. Все, вот эту женщину не открыли. Дверь никто не открыл. Не смогли они открыть. А стекла побили. Зачем вы побили стекла? Там никого нет. И тут стекла побили. На втором этаже стекла побили. А двери выбивали. И в этого вот товарища двери тоже это самое не открыли. А там это самое. Вот. И тоже вы стекла. Все делали, чтобы людям жить нельзя было.